Новая звезда родом из Салехарда. Всероссийский проект талантов телеканала «Звезда» выбрал лучшего артиста. Ирина Лаптанде представляла Ямало-Ненецкий округ и сразу завоевала симпатию жюри среди 85 конкурсантов. Приз победителя – 1 миллион рублей. Ирина Лаптанде пожертвовала фонд «Подари жизнь». Победителя определяли посредством СМС-голосования после финального гала-концерта. 16 участников-претендентов на победу исполнили песни военных лет. После жюри огласило результаты голосования. Конкурсант от Ненецкого округа Кристина Ясинская стала третьей. Гала-концерт проходил в прямом эфире на всю страну в национальном здании Министерства обороны. Присутствовал министр обороны Сергей Кожгетович Шойгу. Также очень хочу поблагодарить всех зрителей, болельщиков, кто отправлял СМС за меня. Мы вместе помогли фонду «Подари жизнь», поэтому спасибо за то, что сделали два хороших дела. «Новая звезда» – уникальный по своей значимости проект. Он объединил представителей 85 субъектов. Участники от Калининграда до Чукотки представили уникальные номера. Репертуар исполнения был не ограничен. Жюри конкурса считают, что это новый этап в развитии фольклора.